see the place at the time. Всем большой привет, мои дорогие, мы с Жафом в горах. Ой, ребеночек кричит как. Смотрите, какие горы вокруг нас красивые. Нам послезавтра уже на работу. Решили на сутки приехать в горы, подышать свежим воздухом. Немножко прохладненько, кстати. А наверху, наверное, вообще будет так... Свежо-свежо. Джо сейчас билетики купит нам. И мы поедем на... Сейчас покажу. Ну, наверное, не видно будет такая штука. А, вон, поднимается наверху. So on the way up, we're going to share some information about the park, but it's really informal. If you guys have any questions, please just interrupt, shout out, do whatever, and I'll try to answer your questions. So, Candle Mountain, oh, nice. Maybe kids are completely appropriate. There we go. So the tram cars are named Lafayette and Lincoln, and they're named after those two mountains over there, the one with the cloud. Ох, смотрите, грибочки какие. Боже мой. Ага. Здесь должно быть грибов много разных. О, я вон там, вон. Плохо видно, конечно. Вон там, вон. О, Маш. Машмаус. Ой, смотрите, грусть. Ой, какой хорошенький. Ой, смотрите, еще большущие какие. Смотрите, вон там, и вот тут прямо около дороги. Представляете, никто не собирает, да? Они хорошенькие такие. Ой, каких только нет грибов. Ой, боже мой, и опята. Каких только нет. Представляете, американцы не собирают. Представляете, как много их. Кругом и маленькие, и большущие, и средние. Ой, а это деструшка. Мокро. Ага. Смотрите, так это мхом покрыто все. Ой, а там малюсенькие грибочки. Представляете, так вот прийти с корзинкой. Ой, ой, ну вот эти грузди. Ой, блин, чуть глаз не выткнула. Вон там прям, конечно, как прям игрушечка, грибочки. Я не знаю, видно вам, нет? Мне, конечно, надо и под ноги смотреть, потому что смотрите, как... Боже мой! Боже мой! Вот это да! Представляете? Еще ветки прям в глаза лезут. Тыкаешься. Не смотришь, потому что не обращаешь внимания на них. Ой, красота! Смотрите, как в сказке, как будто какой-то, да? Так все мхом покрыто. Вот какие-то тоже, ну, это, естественно, поганки. Вот, смотрите, грусть тоже. Ой, Джеффрик!
потерял Джеффа. Ой, смотрите, как красиво. Вон дорога, на которой мы ехали. Горы, прям смотрите. Ой, такой воздух. Я, конечно, не чувствую, но Джефф говорит, как вот елки пахнут вот на Крисмас такое вот время. Я раньше помню, как здесь пахло. Прям вкусно. Нет, не чувствую. Такой денек хороший сегодня, так четко все видно. Иногда бывает Клавдия, как летает. Пасмурно, как бы тучи, это не видно ничего. А сегодня хороший день. Так. Ну все, маленько так походим, сейчас посидим, полюбуемся красотой. Очень бывают места скользкие, вот это немножко опасно. Вот с детьми тоже опасно, от глаз до глаз. О, не могу прям пройти мимо этого. Вы посмотрите, какая красота. Вот смотрите. Вот. И вон там целая поляна. Представляете, ребят? Это просто вот так вот я присела. А вон там, видать, как опятки. Вон там, где я вижу. Где-то. Такое место классное. А вот тут вот тоже что-то есть. Представляешь, как будто бы ковер, да, зеленый. Так классно. Ой, сейчас я устану. Ой, господи, коряга. Ой. Вон там он еще грибочки. Мы вот тут вот слезли с этой штучки, сошли и шли вот так вот, ходили по тропинке, смотрели везде, поднялись вот на эту штуку и с высоты сейчас смотрим. Ой, устали. Ой. Такая красота вокруг. Ой, я извиняюсь за ветер. Надеемся, сейчас у нас получится, знаете, что хотим? Поплавать на лодках таких, которые садишься ногами так, работаешь и плаваешь. Как они называются? Надеюсь, народ будет немного. Посмотрите, пикничок люди устраивают. Хочу вам показать, как симпатичненько смотрятся вот такие вот домики. Смотрите, как люди же отдыхают. Вот так у них
домики, там, смотрите, столы, они кушают. Даже ребеночек маленький может здесь находиться. Так миленько. Место хорошее, ель, елки. Здесь прям вот озеро рядом. Классно. Надеюсь, будет лодочка нам. А то мы уже этими набрызгались солнцезащитными брызгалками. Говорят, чтобы не оставляли мусор, потому что это убивает медведей. А у нас тут медведи ходят. Так что вот так. Какое место классное. Мы здесь первый раз, кстати, на этом озере. Так, вот здесь эти лодочки можно арендовать. Ага. Классно, сколько семейка. Ой, какая красота. Мы жилетки сейчас оденем. Ох, смотрите, какая красненькая, блестит. Ой. Да классно. Сейчас. Сейчас покажу, как мы тут крутим педали. Так, смотрите, как мы. Тут у меня Джеффин этот мешается, правда? Джефф рулит и педали крутит. This jacket kind of on the way, Джеффрик. Знаете? Where? Так красиво вокруг. Такая красота. Мы, конечно, нам повезло с погодой. Выбрали мы отличный день. И знаете, мы видели такое ощущение, что рыбки прыгают. Но не исключено, что здесь змеи. Ну, 100% змеи есть. Ой, господи. Окей. На-на-на. Ой, такой релакс. Ой, хороший. Да, смотрите, как блестит. Ой, так классно. Ой, нам надо такой день был. Знаете, так отдохнуть, ничего не делая, просто побыть на свежем воздухе. И вот этот день свершился. Хотим сейчас заехать в антиквариатный магазин. Знаете, мы любим такие магазинчики заезжать. Ага, если что-нибудь увижу интересненькое, я вам покажу. Вот там. Смотрите, увидела сказка «Снегурочка». Написано, что русская сказка. Ну, первый раз вижу книжку русскую такую. Так, на глобусе смотрим. Вот она, Украина. Такая грустная. Смотрите, какая интересная штучка. Чаппер. Рубить. Лук, например. Капусту. Чаппер. Чап-чап-чап. Джефф. Look at this. Смотрите, какая гусеница красивая. Wow. That's really unusual. Jeff, we need to bring outside. No, I'm not gonna touch it. You, some of those guys are like, you can get like a poison. Yeah. Oh, ой, какая красивая. Yeah, that's cool. Мы все еще ходим тут.
смотрим на старье всякое. А. Look at the date on this one. What date? Ой, смотрите. Ага, мне был один день, когда этот журнал выпустили. Так вот, Джефф нашел. I remember this guy when he was mayor. He was mayor? Mayor of New York City, yeah. Это был мэр Нью-Йорк-Сити. Интересненько. Представляете, так вот все лежит открытую. Никто не следит, никто не проверяет. Я. It's like iron. Утюг такой тяжеленный. Подкова. Я такую, кстати, нашла года два назад, когда делал свои раскопки своим этим металлоискателем. Не могу пройти мимо этой. Вы посмотрите на эту хрюшку. Это копилка. Такая рожица, смотрите. Это какая-то ухмылочка. Такая вообще. Такая хорошенькая. С какой-то такой этой ухмылкой такой. Не знаю даже, как сказать. Это такая миленькая, такая ухмыляется. You can find something different, Jeffrey. There's a parking spot right there. We can park there and we... Смотрите, какое место, как в лесу у нас. Такая... Ой, шумят. Горы вокруг. Ну, мы на одну ночку. Джефф попробовал первый раз с собой взять подушку свою. Мы один раз увидели, кто-то так тоже делал. Думаю, дай-ка тоже попробую, потому что он обычно очень недоволен. Вау! О май гад, джакузи еще. Окей. Прохладненько так-то. Джефф такой еще говорит, такая простенькая комната. Нормальная. Ух. Ну, конечно, этим пользоваться-то, наверное. Ой, ну, извиняюсь, ну, не будем. Вот это могли бы почистить. Такая задирка. О, дискотека! Танцуют все! Картина. Ну, туалет, ванна. Ой. Сейчас немножко отдохнем и это на ужин поедем. Тут один ресторан есть, у них очень популярный, да. Ну, туда очень-очень трудно попасть. Но мы попробуем. Ну, тут у них ничего нету. Это же это просто. Вот. Ресторан. Народ еще, похоже, очень много. Машин много. Посмотрим сейчас. Ну, здание тоже большое, кстати. Тут прикольно. Интересненький такой, необычный, как охотничий домик такой, как сказать. Хочу показать, мне так нравится, как смотрится вот этот вот стол, окошечки маленькие, и это как подсвечник такой. Да. Ждем, когда у нас сейчас заказ возьмут. Принесли нам хлебушек, смотрите. Прям как кекс какие-то еще.
с маслицем. А булочки какие? Ой, прям тепленькие. С посыпочкой. Пиво. Джефф уже попробовал. Окей? Ага. И название ресторана, в котором мы. Так, моя еда пришла. Красота какая. Ой, так громко уже стало. В ресторане у Джеффа. Mac and cheese. Запеченные сырные макароны с, по-моему, со свининкой. Ну все, сейчас будем кушать и поедем отдыхать. Всего вам хорошего, мои дорогие. Пока-пока.